Цитата. «Изучение уголовного дела показало, что в нем отсутствуют доказательства, свидетельствующие о совершении матерью девочки инкриминируемых ей деяний. Прокурору Тувы поручено принять меры реагирования, направленные на прекращение незаконного расследования в отношении обвиняемой». Конец цитаты. Эта история произошла в марте 2017 года. Четырехлетняя Саглана Салчак жила на заимке с бабушкой и дедушкой в Терехольском районе, а ее мать была вынуждена уехать из родного поселка на заработки. Когда бабушке стало плохо, дедушка Сагланы, который из-за слепоты не знал, что на часах 6 утра, а на улице еще темно, послал девочку за помощью в ближайший поселок. Она 3 часа шла при 24-градусном морозе по грудь в снегу через лес до ближайшего поселка. Во время похода по тайге ребенок не пострадал. История вызвала большой резонанс не только в республике, но и по всей стране. На нее обратил внимание и глава Тувы, а также аппарат уполномоченного по правам человека. Анна Кузнецова, узнав об этой истории, предложила выдвинуть девочку на премию «Горячее сердце», которую вручают детям и подросткам, бескорыстно пришедшим на помощь другим.